спокойно подняться с постели, убедиться, что нет головокружения, потом спокойно встать. Такие рекомендации врач дает самым возрастным пациентам Краевого госпиталя ветеранов. С недавнего времени здесь начали проводить осмотры и консультации для жителей 60+. К пенсионерам отношение особое, поэтому специально для них предусмотрен врач-гериатр. Он изучает и лечит болезни пожилых. В процессе старения существует несколько синдромов. Мы их пытаемся здесь выявлять. И пытаемся скоррегировать эти возможности. Я слежу за своим здоровьем, но сейчас трудно в рядовые поликлиники попасть к узким специалистам. Вот здесь появилась такая услуга, здесь такое внимание, такое вот чувствуется команда. Пенсионеры также могут посетить хирургов, кардиологов и других узких специалистов. Такие приемы стали возможны благодаря региональному проекту «Старшее поколение» национальной программы «Демография». Подобные меры, считают в Минздраве, сделают доступнее медпомощь для людей так называемого «серебряного возраста». Добавляют, обследоваться нужно комплексно и с общими данными идти к гериатру. Он обобщает все полученные данные, он осматривает и проводит свои тесты и уже регулирует то необходимое лечение, чтобы наш пациент получал не 25 лекарственных препаратов, а именно воздействовать тогда на те точки, которые могут в первую очередь привести его к ограничению его функциональности. Всего в крае работает 17 гериатрических кабинетов. К 2024 году их число планируют увеличить до 26. Помощь оказывают и в специализированных стационарах региона. 45 коек есть в краевом госпитале, 95 в горбольнице номер 3 и по 30 мест в больницах Бийска и Рубцовска. Жителям других населенных пунктов края на прием к гериатру можно попасть по направлению врача с участка, либо напрямую обратиться в краевой госпиталь. Приехать на консультативный прием, мы принимаем этого пациента, в том числе и врач-гериатр проводит гериатрическую оценку. И если нужна необходимость в госпитализации, его госпитализируют в гериатрическое отделение. Но в принципе мы все то же самое можем сделать и для других узких специалистов. Записаться на прием в госпиталь, к врачу-гериатру и другим специалистам вы можете по телефонам, которые видите на экране. На сегодняшний день профосмотры и диспансеризацию в краевом учреждении прошли больше 135 тысяч пожилых пациентов. Мария Мацеева, Александр Антропов. День с толком.